Всем привет, ребята, с вами я, Владукс, ну и сегодня мы с вами будем играть в клон игры Brawl Stars и сравним его с оригинальной игрой. Ну что ж, погнали! Для того, чтобы сравнить эти две игры, мы с вами сегодня сыграем одну карточку в Brawl Stars, после чего зайдем в эту игру Super Cats и сравним их лоб в лоб. И посмотрим, какая же игра на самом деле лучше. Оригинальный Brawl Stars или его такой вот клон. И давайте с вами начнем с Brawl Stars. Так, вот мы с вами в Brawl Stars и можете сразу посмотреть на менюшку игры, также посмотреть на бойцов. И, в общем, сегодня мы с вами также сыграем. Сейчас выберем, допустим, Спайка. И пойдем в, давайте, режим ограбления. Нажимаем «Играть». И после этого мы с вами пойдем в следующую нашу игру. Вот мы с вами и загрузились. И сейчас будем внимательно сравнивать игры. Будем смотреть, как у нас все работает в Brawl Stars оригинальном. И будем смотреть, как будет работать в копии данной игры. Вот, давайте с вами стреляем, убиваем. Хорошо. Мы с вами поубивали, и у нас уже почти есть наша ульта. Почти накопили ульту, но немножечко не хватило, буквально чуточку. Вот, и надеюсь, мы с вами сможем спокойно сейчас вот так вот поубивать. И у нас уже готова ульта. У нас уже готова ульта. Мы сейчас будем подбегать к сейфу противников и будем кидать нашу с вами ульту. Кидаем ульту. Тут у нас кольт. Молодец, что ты меня упустил. Вот, давай с вами кидаем выстрелы. И нас уже убили. Нас убили, мы опять появляемся и начинаем опять бежать к базе противников. Но нас тут уже Барли закидал своей ультой. Давайте попробуем его убить. Там буквально 200 хп, надеюсь, добьют. Да, вроде, да, добили его. И мы с вами опять накопили на ульту. Кидаем ульту. И уже буквально остается 20% хп у сейфа. 20% хп, пожалуйста, снесите. И это первая победа. Вот мы с вами сыграли каточку, и сейчас давайте мы с вами пооткрываем сундуки, которые мы с вами успели накопить. А для того, чтобы мы смогли сравнить, как там будут сундуки, как будут тут сундуки и все подобное. Давайте откроем большой, монетки, Карл, Спайк, Бустер. Хорошо. Теперь давайте открываем маленькие. Монетки, Роза, Карл. Неплохо. Так, давайте дальше. Монетки, Тик, Биби. Хорошо. Так, Карл, Пэм. Ну, блин, мне надо легендарка. Мне больше ничего не радует, кроме легендарки. Даже бустеры не радуют, блин. Вот это еще бустеры. Я понял, спасибо большое. Мы с вами выбили просто огромное количество бустеров. И, в общем, вот мы с вами поиграли в Brawl Stars. Посмотрели, как это все тут выглядит. И давайте сейчас будем заходить в копию этой игры. Так, вот мы с вами в игре. И, как я понимаю, нам надо с вами выбрать персонажа. Давайте выберем вот этого кота. Нет, давайте вот этого с очками. И тут, как я понимаю, нам надо написать ник, да? Окей, давайте с вами напишем, давайте с вами напишем, как у меня и в Brawl Stars. Вот такой вот ник напишем с вами. И нажимаем окей. Давайте нажимаем сюда. Так, хорошо. Обучение. И давайте сейчас будем с вами пытаться, в общем, обучиться навыкам игры. Вот, тут у нас получается те же самые гемы, но они у нас зеленые. Я понял, я уже понимаю, к чему это все идет, да? Хорошо, давайте с вами постреляем. Так, хорошо, у меня проблема в том, что я тут бинды не поставил, поэтому мы с вами будем бегать вот так вот. Вот так вот, как раньше бегали все в Brawl Stars до биндов. Так, хорошо, еще противники, давайте стреляем. Хорошо, давайте пойдем сюда и стреляем. Но я думаю, даже если я буду бегать вот так вот, кстати, Танос. Кстати, тут Танос, поэтому за Танос обязательно ставьте лайки. Таноса я там точно не ожидал. Так вот, мы с вами в игре, и просто посмотрите на эти сходства. Тут даже режимы примерно такие же. Вот, так, давайте посмотрим с вами. Да, режимы реально практически такие же. Не знаю, остальные режимы, как бы мы с вами поиграем, потому что они у нас не открыты. Но я уже вижу проблемы с локализацией, вот, потому что не везде есть текст. Ну вот, да, я вот не понимаю, сколько тут нас просит заплатить, вот. И давайте с вами попробуем открыть бесплатный сундук, который у нас тут есть. Давайте открываем его. Монетки и код. То есть я немного не понимаю, как это все работает. Тут все багнуто, у нас нет кристаллов, у нас нет монеток, хотя они нам только что прилетели. И мы давайте выберем этого персонажа и давайте пойдем в битву, вообще проверим, как у нас тут будет все работать. Так, вот мы с вами загрузились. И единственное, что тут я вижу другого, это вид. Он тут, в общем, сбоку.
Это единственное, что я пока заметил из отличий, так сказать. Все остальное реально очень сильно похоже. И примерно все остальное такое же. Так, я забыл, что у меня биндов-то нету. Давайте сами стреляем. Так, оп, убили, хорошо. И давайте сами помогаем нашему. И, как я понимаю, это сейчас у нас боты, да? Ну, потому что, ну, я думаю, видно. А это, кстати, у нас сейчас Шелли. Мы сейчас играем, получается, за персонажа, который очень сильно похож на Шелли. Хорошо, хорошо. Это реально боты. И у нас, скорее всего, в напарниках также боты. Давайте ультанем. Их откинуло. Кстати, непривычно играть, когда тут у нас нет пассивки, которая, допустим, противника восстанавливает, да? Так, давайте наносим урон. И, кстати, это, получается, был только что Эль Прима, который прыгнул, да? Пока мне очень не нравится данная игра, знаете почему? Потому что тут это, вот вы видели, что как он пропадает в кустах просто. И я не понимаю, то есть, как мне вот против вот этого вот играть? Как? Что это? Что это такое было? Я вообще не понимаю. Довольно-таки странно это все выглядит, как минимум. Как минимум это выглядит странно. Честно, я бы уже выбрал бы Brawl Stars, если мне дали бы выбор. Вот, поэтому пока реально это очень-очень-очень такое себе. Так, хорошо убил. Очень такое себе. И реально, то есть вы можете написать в комментариях, какая игра вам нравится больше. Конечно, котики это мило, но не до такой же степени, как, блин, когда реально отличий практически нет. И игра сделана хуже, чем тот же Brawl Stars. Вот, и мы сейчас с вами, кстати, победим. И также 10 кристаллов собрали, то есть то же самое, даже карты похожи, но текстуры тут, естественно, похуже будут, чем у нас. И тут есть эмоции, кстати. Это то, чего все ждут в Brawl Stars. И этого не было, тут есть же эмоции. Хорошо, победа, давайте нажимаем сюда. Второй уровень. Хорошо, спасибо, давайте выходим. Хорошо, выходим. Так, тут MVP показывали, но это не мы, да? И мы сами откроем. Ага, мы его открыть не можем. Нам, скорее всего, не хватает, да? Хорошо. Тут есть магазин, написано бесплатно. Вот бесплатный сундук, давайте его также откроем. Так, и нам дали того же кота, который у нас есть. Также у нас тут есть лига, как в Brawl Stars, получается. Даже это сделано, как в Brawl Stars. Просто посмотрите на это. Но тут есть эмоции, поэтому тут есть еще дополнительно, что можно добавить. Ну, просто посмотрите на этого персонажа. Он не напоминает никого, да? Никакого Брока. Тут, кстати, он даже криво вырезан. Капец. Хорошо, давайте листаем дальше. Давайте посмотрим самую максимальную награду, которая у нас тут есть. Листаем. И, кстати, игры тут ищутся довольно-таки долго. Как я понимаю, это мега-ящик. И он дается за 1000 трофеев. А нет. За 13500 трофеев. Ну, примерно так же, как и в Brawl Stars. Отличий вообще почти нету. Тут у нас есть монетки, я понимаю, тоже бесплатно, да? Да, тоже бесплатно получаем монетки. Хорошо, куда надо нажать, чтобы выйти? Я не понимаю, все, я вроде бы вышел. И мы можем также прокачать кота. Давайте посмотрим анимацию прокачивания. Ага, я понял. Локализация тут очень хорошая. Ну что ж, думаю, это можно закончить. Вы посмотрели на две игры и можете написать в комментариях, какая игра все-таки лучше. Я, наверное, кину спойлер, это Brawl Stars, но никак не вот это. Ну а вы пишите свое мнение в комментариях. Ну что ж, на этом все. Всем пока.